Когда делать добро стало традицией, автолюбители Нарьян-Мара и сообщество Drive2 вновь стали инициаторами сбора средств на покупку подарков для детей из детского дома «Олененок», приуроченное ко Дню защиты детей. В этом году к акции присоединились коллектив «Такси Желтое» и активное в социальных сетях сообщество «Мамочки Нарьян-Мар». Что из этого получилось, смотрите в материале выпуска. Мальчикам, наверное. Глаза горят, а маленькие ручки так и тянутся к подаркам. Девочкам куклы и мягкие игрушки, мальчикам машины и вертолеты. Подарков не просто хватило на всех, а было с лихвой. Для активистов-автолюбителей сообщества Drive2 это уже пятая акция добрых дел. Последняя прошла в декабре, накануне Нового года. На этот раз неравнодушных оказалось гораздо больше. Свою помощь предложила «Такси Желтое» и группа активных мамочек Нарьян-Мара, и просто неравнодушные жители. Я второй год уже участвую, и мы в прошлом году летом участвовали, зимой, вот на Новый год акцию проводили. И сейчас третий раз, очень нравится, прямо с удовольствием. Даже подключаю всех своих друзей, чтобы тоже участвовали в акции. Все-таки детки, они не бывают чужие, они все наши, все родные. Всем вместе удалось собрать ни много ни мало 85 тысяч рублей. На эти деньги мы закупили вещи необходимые, подарки, стульчики для кормления. Также нам помогли обычные граждане, которые тоже отдали просто свои вещи, там, то есть стульчики для кормления, они просто подарили деткам. Вот. Поэтому большое спасибо за участие и желаем деткам найти свою семью. Одежда, обувь, игрушки, развивающие товары, памперсы. В список необходимого попало все, что в таком возрасте нужно детям. Сегодня в дошкольном детском доме «Олененок» воспитывают 27 малышей до 6 лет. Активисты-автолюбители надеются, что в следующем году к акции присоединится еще больше участников и средств на покупку необходимых вещей и подарков тоже будет больше. А в число подшефных попадут и другие детские социальные учреждения. Ирина Цепетова, Антон Водряков, телеканал «Север».